В Ярославле ограбили пункт выдачи микрозаймов. Преступление совершено в среду вечером в Заволжском районе. Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил сотрудника пункта отдать дневную выручку. На тот момент в кассе было около 25 тысяч рублей. Вся сумма перекочевала в карман преступника. С деньгами он скрылся. По тревоге на место выехали сотрудники полиции. Поиски грабителя продолжаются.